Отойдите. Дальше. Москович приземлился с Кобры на Мальте 6 часов назад. Целым и невредимым, надеюсь. Да, сэр. Ученые-аэронавты уже направлены на Мальту. Отлично. Я прочитал твой доклад, Джек. Скажи мне, что ты думаешь об этой операции воскрешения, которая так волнует немцев? Но это уже второй раз, когда всплывает это имя. Сначала на раскопках, а теперь на ракетной базе. Определенно есть связь между головой смерти и паранормальной группой. Что еще? Боюсь, что нет, сэр. Нам нужно больше информации. И что ты предлагаешь? Мы идем к источнику. И так мы доберемся до головы смерти. Мы повергнем его на его же территории. Насколько я понимаю, ты говоришь о секретном оружейном комплексе около Куклештадта. Именно. Интересное предложение, знаешь? Мы давно пытаемся проникнуть в этот комплекс. Пока без результата. Я знаю об этом, сэр. И ты также знаешь, что Куклештадт подвергался массированным бомбардировкам самолетов в последние 48 часов. Да, сэр. Откровенно говоря, я рассчитывал, что это отвлечет нацистов и поможет нам. Вероятно, не знаешь, что наши друзья из Крайзе в этом районе сообщали об ученом высокого уровня из комплекса, желающим дезертировать и отчаянно нуждающимся в помощи. Я полагаю, он может предоставить нам очень ценную информацию. Несомненно. Хорошо. Вот что мы сделаем. Мы отправим агента Блацковича связаться с группой Крайзе около Куклештадта. Не знают, как попасть в оружейный комплекс, а он поможет им вытащить из комплекса этого ученого и доставить его к нам. А затем? А затем он выступит в роли ищейки, идущей по следу. Ты должен устранить их, чтобы я мог продвигаться дальше.
Решай ученого! Ученый в безопасности, но впереди сильное сопротивление. Вперед! Меня атакуют!